Перед тем, как спеть... А нет, на эту песню я не буду петь. Сейчас, во всяком случае. Но стихотворение прочитаю. Полез за бабою Орфей в Аид, а там Аид. И Эвридика Эвридей в Аиде том стоит, вся в белом среди черных недр. Ну, баба, ё-моё, Орфей, мужик ты или нет? Иди, спаси ее. Орфей подумал, почесав лирический свой лоб, и перестал ее спасать. Аида баба Фоб. У меня сейчас вот была вот эта вот первая песня, это была как раз песня из мюзикла, который пишется, точнее, это будет музыкальный спектакль, там будет очень много монологов, и как бы в мюзикле как там будет, в мюзикле обычно бывает, что просто мы разговариваем полностью песнями, а тут будут какие-то нормальные человеческие слова, и в том числе и песни. И вот была вот такая песня, предваряющая, в общем-то, все действие основное. Вот. И пока мы с ребятами, у нас такая достаточно активная творческая команда, думали над идеей, мы придумали где-то, наверное, 4 штуки идеи. И пока придумывали, я в это время писал для каждой идеи песни. Вот. Благо, мне так этот год позволял. Вот. Я сейчас спою какие-то эксперименты, которые были написаны для этого. Сейчас напишу... Да, что ж такое-то? Когда же я напишу? Сейчас, да. Сейчас спою песню, которая называется «Человек на той стороне». Она была написана по идее такой, что как бы спектакль о участниках картины «Девочка на шаре». То есть самих персонажей главных и что там внутри происходит еще. Вот. Свет, сделай глубокий вдох. Слышишь, идет снег, медленный, как во сне. Если бы мир ослеп, если бы мир оглох, он впустил бы тебя ко мне. Что ты молчишь? Хочешь сказать мне, человек на той стороне, человек на той стороне холста, всюду стена, мы стоим у этой стены, человек с другой стороны, человек с другой стороны холста. Дай мне войти.